Что такое госчастное партнерство? Что сделано в Якутии по этой системе за последние годы? В теме разбиралась Александра Хлопкова. Государственно-частное партнерство – совокупность форм средней и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. С 1 января этого года вступил в силу закон о государственно-частном партнерстве. К настоящему времени подобные законы приняты в 69 субъектах России. Якутия совершила настоящий прорыв, поднявшись в рейтинге регионов страны по уровню развития ГЧП на 49 позиций и заняв 25 место. Секрет успеха в принятии основополагающих нормативных правовых актов. Мы успели до выхода федерального или до начала работы федерального закона, который внес определенные коррективы, успели в результате той работы, в которой в том числе участвовал и Евгений Алексеевич, реализовать 17 проектов на 28 объектах. Стоимостью 11 миллиардов рублей. На 2012 год в российском праве были предусмотрены три формы контрактов. Это контракт на управление и арендные договоры, контракт на эксплуатацию и обслуживание, а также концессия. Последняя в нашей республике реализуется в сфере ЖКХ. В этом году мы запустили концессию на больше миллиарда рублей. Да, это также достаточно интересный механизм, да, и мы будем его развивать. Тем более, что федеральное правительство сейчас требует со всех регионов, чтобы было не менее 5 проектов в сфере ЖКХ ежегодно именно переводились на концессионную основу, чтобы не было никаких договоров аренды, либо были ГУПы-МУПы, либо концессии. Сейчас на Дальнем Востоке реализуется более 70 проектов с использованием механизмов ГЧП. На каждый бюджетный рубль здесь должно приходиться минимум 7 рублей частных инвестиций. В Якутии реализуются проекты государственно-частного партнерства по созданию 28 социальных объектов в 14 районах. Объем частных инвестиций порядка 7 миллиардов рублей. 12 объектов будут расположены в столице республики. 5 детских садов, 4 школы, 3 объекта культуры. 16 детских дошкольных учреждений в улусах. Либо мы строим дешево, но потом, допустим, нет денег сейчас в бюджетной ситуации. Да? Или мы строим сейчас, но, соответственно, это будет стоить, потому что это как бы все равно получается строительство в рассрочку. Мы получаем сразу же результат, закрываем те социальные нужды, которые и потребности, которые сейчас есть актуальны. Да, расплачиваемся в рассрочку. Республика же придерживается мнения, что должен быть задействован местный бизнес. В первую очередь малое и среднее предпринимательство. Поэтому строительством муниципальных детских садов занимаются именно они. То есть целенаправленная политика – задействовать республиканский строительный потенциал. Данный детский сад площадью примерно 3000 квадратных метров, где-то со сметной стоимостью 240 миллионов рублей, строится согласно заключенным контрактам между Министерством экономики Республики Саха-Якутия и частным партнером, заказчиком-застройщиком Саха-Альянс-Строй. Строительство данного объекта ведет заказчик Саха-Альянс-Строй за свой счет. Потом эти средства в течение 8 лет возмещает государство. По словам экспертов, ГЧП – это самая сложная модель, самая простая – бюджетная. Ответственность инвесторов должны контролировать и муниципалитеты. В городе Ленске уже скоро отметит новоселье новый детский сад на 315 мест. И местная администрация строительство объекта держит на контроле. Детский сад, что нам он даст, конечно же? В первую очередь, это даст возможность массово уже брать детей двухлеток. Если сейчас на примере садика Аленка мы небольшую часть, потому что все-таки трехлеток нам надо основную очередь закрывать. Первостепенно, как ребенку 3 года исполняется, мы должны его брать в садик, это наша обязанность. А вот сад на 315 уже нам позволит двухлеток в большем количестве набирать.
Все объекты ГЧП будут сданы к 2018 году. И по условиям соглашения застройщики до конца 2025 года будут эксплуатировать их. Общая сумма инвестиций по всем объектам составит более 11 миллиардов рублей. Планируется создать более 3000 мест в детских садах и почти 1500 мест в школах. Могут быть, соответственно, проекты в сфере энергетики, соответственно, вот медицинские проекты. Мы рассматриваем объекты, в том числе транспортные инфраструктуры, но здесь немножко сложнее, да. Вот, все мы знаем о проект моста, да, это проект федеральный, но республика оказывает всестороннее сопровождение этого проекта, переговоры с инвесторами. ГЧП в первую очередь дает опору для компаний пройти нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию. Республики устойчивое развитие. Республиканская долгосрочная программа отмечена до 2026 года, которая устанавливает, когда, где и как будут выделяться эти деньги. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Александр Адамов, Светлана Балеева, Денис Семенов. Якутия. День за днем.